так бородку убираем? Да, ну, Убираем. чуть-чуть ее подровнять немножечко. Совсем чуть-чуть, пожалуйста. Здесь? А то я как бы в предыдущей серии же якобы обещал подстричь бороду, если мне выпадет. Я сказал только книга зачарования. Я же не говорил, если предмет мне выпадет. Ну да. Ну вот. Кстати, кто выиграл? Ну, учитывая, сколько много раз писали под предыдущей серии, там было примерно 1020 комментов, я офигел. Ты что-то мне сейчас лично... Что ты... Что ты сделала? А что она сделала? 20 тысяч комментов было, и все писали: «У, Эдисон, ты проспорил! Сейчас надо тебе бриться, ну ладно, сейчас побреюсь». Я же в Майнкрафте обещал то, что я буду бриться, значит, в Майнкрафте и побреюсь. А ну-ка покажи. Покажи-ка. Давай-давай, ну. Ну-ка повернись. О! Что? Я обещал то, что я постригусь, то, что я побреюсь. Я побрился, я же это в Майнкрафте обещал. Значит, я сейчас с этого момента в Майнкрафте буду лысиком бегать, вот. Ты такой смешной. Конечно смешно, я за 6 лет игры в Майнкрафт ни разу в Майнкрафте лысым не было. Вот сейчас буду. Ну-ка, надевай обратно шлем. Ладно, лучше я надену, а то реально слишком ветер голову вот это продувает. Застудиться можно, на улице как бы уже зима. Екатерина! Ты проиграла в предыдущей серии. Все подписчики написали то, что я намного больше крутых вещей добыл, чем ты, а? Ну конечно, это же твои подписчики, как а бы, не мои. Ну ничего страшного, как бы то, что они мои, там все честно. Я выбил намного круче лук, я выбил удочку, я выбил мамину маму, и можно официально заявить то, что с этого момента я самый лучший рыбак в Майнкрафте. А, кстати, я же это Кате еще не показал до сих пор. Кать! Только не ругайся, пожалуйста, я опять без тебя играл немножко в Майнкрафт. Да я знаю, я слышала, кстати, на стриме, что ты говорил: «Блин, меня же Катя убьет», что-то такое слышала. Да, что-то да. Там напортачил, да? Ну, у меня стримы просто всегда вторник, четверг, суббота, вот в 7 вечера по Москве, приходите. Вот, и мы на предыдущем стриме построили вот это, смотри. Сейчас у нас нормальная мачта, или палуба, как это называется, вроде мачта, палуба это снизу. Короче, тут у нас будет вот этот руль пиратский, я буду его крутить, мы с тобой будем путешествовать, и смотри, как здесь все симметрично, как здесь все огорожено, просто не корабль, а мечта уже стал, не? Ну, как бы да, все нормально, а за что я должна была тебя убить? Где ты накосячил? Ну, то, что я без тебя играю. Да ладно, уже привыкла, в принципе нормально, ой. В принципе нормально, говорю, все уже. Сказать то, что у нас на сегодняшнюю серию много планов, ничего не сказать, потому что их на самом деле много. Катя, ты же знаешь то, что мы с тобой не закончим этот сезон, пока не я смотри тебя... на меня, пожалуйста. Отвернись, говори в ту сторону. Ты же знаешь, что наш этот сезон не закончится до тех пор, пока мы с тобой не изучим все, что есть в Майнкрафте. Ну, в частности, ты не изучишь, потому что ты еще пока ничего не знаешь. Правильно, да? Да. Ну, толкайся. Ну, давай! Ой. Лох! Тигр! В этой серии мы убьем сразу троих или двоих зайцев. Я пока что еще не считал. Мы с тобой сделаем облаву. Настоящую. Да. Мы сейчас пойдем. Скрафтим много-много ТНТ. Катя же еще даже не знает, как крафтить ТНТ, что для него нужно. Найдем... Да, давай попробую. Да ты не знаешь, как крафтить, какой крафт, откуда ты можешь знать? Ну ты мне объяснишь, а я построю. Хорошо, твои предположения, какой крафт у ТНТ? Ну там нужен порох по-любому. Ага, еще что? Возможно, бумага. Нет, порох и песок. А, ну ладно. Крафтим ТНТ, ищем башню разбойников. По-тихому залетаем в нее, чтобы никакой разбойник нас даже не заметил. Заполняем ее полностью динамитом. Взлетаем, поджигаем, улетаем, и им просто пердак пердаковский. Сегодня в принципе, у нас... план отличный. Да. В принципе, нормально. Миссия невыполнима, можно даже так сказать. Ешь ягодку, на. Не поводок ешь, а ягоду. На. Да, я тут слушаю, да. Не зря я так много пороха добыл, и не зря у нас так много с тобой песка. Пошли, Катюха, будем с тобой крафтить динамиты будем крафтить. Я немножко скрафчу. Да, в доме. А, кстати, да подожди, так у нас есть дома ТНТ. Ну да, вот.
Ладно, это тоже заберем на всякий случай, вдруг нам пригодится. Кать, так держи. Так пусто сразу стало. Держи. Тебе 32 пороха и тебе 32 песка. Сейчас мы с тобой будем учиться. Заходи в верстачок. Па-па-па-па-па. И вот сюда. Я угадаю сама. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И вот так. Нет, не угадала. Отлично. Я не знаю, что она там делает. Делаешь крестом порох. Угу. Чтобы порох заполнил 5 ячеек. Прям крестом, крестом, крестом. А все остальное заполняешь песком. Все очень просто. Крестик наискосок или крестик прямо? Я по-другому крестик поставила. Я поставила прям как плюс. А, это плюс получается, а не крест. Как крестик прямо, может. Крест сделай, мать! Х! Все сделала, все получилось! Все, заполняй динамитом, мать, и погнали делать облаву! Давай, 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 давай! У меня в итоге получается 12 динамита. У тебя сколько? 6. Естественно, надо забрать огнево, а то чем мы будем это все поджигать. И пошли, а мне, Катя, надо освободить инвентарь. Освобожай инвентарь и потопали. Я знаю, где здесь вблизости находится несколько башен. Если мы сегодня успешно проведем облаву, Катя научится делать рейды в Майнкрафте. Ну, в плане рейда не когда на нас кто-то нападает, а когда уже мы на кого-то нападаем. А, где вы такое видели? Нигде, только у нас. Элисики-масясики. Чебрак. Ты как туда забрался? Я хотела к тебе отсюда подойти. Фейерверк тебе, фейерверк мне. Ты готова лететь в ту сторону? В ту? В дерево? Ну, в ту, давай, иди, вот туда, вперед надо лететь. Давай, полетела. Я не смогу полететь в ту сторону, смогу только в эту сторону полететь. Да. Берешь и все! Чё сложного так? Как ты это делаешь? С одного места беру и вот так прыгаю. Чё? Давай, 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 тренируйся! Сейчас. Броньку надеваем, крылья надеваем, вот этот фейерверк вот сюда, в этот слот ставим. Я все смогу. Давай, давай, вот, просто смотри. Разбегаешься, два раза прыжок, прыгаешь. Ну почти, давай еще раз. Еще разочек. Раз, два, три, четыре, пять. Мать, ты как будто беременна, ты какая-то слишком тяжелая. Ты же весишь 45 килограмм, просто берешь как бабочка. Все, смотри, разбегаюсь. Давай, давай. Пробел! Ну не... В конце берешь, разбегаешься, а тут такая па-па-па-па-па, и сразу тыкаешь. Там ничего сложного всё, нет. Давай, W, разбегаюсь, прыжок. Она полетела, она научилась. Кать. А, все вижу. Ну слушай, так, кстати, в принципе, тоже можно, но когда ты пикируешь вниз, надо как-то назад, а не чтоб ты умерла, понимаешь? Зато смотри, летать научилась, а приземляться пока еще нет. Все, летим в ту сторону, вот всё, или в ту сторону. В ту сторону, все, давай. Все, я за тобой, давай, да, ты первый, я хорошо, вторая. Хорошо, хорошо. Полетели, давай. Ты лохла, отец. Если бы... Ну, может, с 30-го раза у нее получится. Мне как бы без разницы, я полетел. Катя, догоняй меня там! Давай, давай, блин! Все, последний раз взлетаю, если я не взлетаю, да. Я бреюсь на лысо в Майнкрафте. А ну давай. Я бреюсь, до свидания. В следующей серии Катя бреется на лысо, поэтому подпишись на канал, чтобы не пропустить следующую серию, когда не только я буду вот таким вот лысиком. В следующей серии мы два лысика будем, поэтому подпишись, чтобы не пропустить следующую серию. Я все сказал! Так, план, значит, следующий. Мы сейчас вот прям отсюда взлетаем, и нам нужно приземлиться прям четко над башней. Вот прям не миллиметр справа, не миллиметр слева. Прям над ней. Ты меня понял? Я предлагаю приземлиться или прям на крыше, или вот на самом последнем этаже, вот там на балконе, чтобы нас никто не спалил. Приземляемся, минируем, поджигаем и пикируем отсюда к бабушке в деревню. Все понятно? Да, да, я расставляю тентишки, ты поджигаешь. Я тоже расставляю тентишки, чтобы она прям так смачно шандарахнула, да, понимаешь? Да, все. Ну, вот. Приземляемся вот прям сверху, прям вот самая-самая верхняя точка, да, всё, да, понял? Да. Подожди, давай я первый, чтобы, ну, как бы я протестил, а я тебе потом крикну, там безопасно или нет, хорошо? Давай. Толкни меня, толкни. Давай. Раз, два, давай, три. Три, на! Поджог. Главное внутрь залететь! Не залетел! Сейчас, подожди, еще раз! Еще одна попытка! Все, я наверху. Кать, вот сюда, это видишь меня? Со стороны так смешно выглядело сейчас просто.
Давай, только пикируй, не просто лбом вот так, бум, в землю приземляйся, а вот вверх камеру поднимаешь, чтобы затормозить, понимаешь? Ты всё, он... камеру? В смысле, вверх мышку подними, тупишь ты мой, давай. Все, давай, мякиш, хлебушка, давай. Так. W два раза пробил. Ну! Что ж... В принципе, план удался. Ну, как тебе сказать? Ну, с первого... Я тебя жду, давай. Так, настроилась, все. Как говорится, сиськи в руки взяла и полетела. Какие вот это... Нельзя такое, наверное, на ролике говорить. Да, короче, бери и лети давай уже. Сюда мы уже говорили такое. Все помнят эту фразочку, мою корону, твою корону. Все, давай. И. Все, давай. Раз. И. Давай, ага, ага, давай, и. Ага. Так. Да решайся, ты ксыкуха! И. Только, пожалуйста, нормально приземлись прямо на крышу, не разбейся и вне... Она с первого раза, ну, с первого раза она умерла, конечно, со второго раза она приземлилась. В общем, Кать, сейчас настолько все тихо, вот сюда не надо ТНТ ставить на крышу. Ставишь ТНТ вот туда, под себя. Вот здесь, давай мы с тобой спустимся и будем ставить его с самого низкого этажа. Давай. Потом, когда они нас обнаружат, мы уже будем все взрывать, хорошо? Вот смотри, всё, один давай. Сюда, один сюда. Ты в сундуке-то проверила, что там находится? Нет. Это мое, это тоже мое, все мое! Ну слушай, ладно, я 2 пузырька опыта забрала хотя бы. А я 2 алмаза забрал хотя бы. Ну и ладно. Ой! И мне отдала весь сок! Да ну просто это я хотела выпить! Да так нечестно, дай! Куда, как я тебе, извините, вы какаю сейчас опыт тебе обратно, пошли давай! Я хотела... Ты чё орёшь? Пожалуйста, очень... Тихо, они нас могут спалить. Поставь вот в тот угол, Тинки. В тот угол поставь, возле лестницы. Я сказал в угол, а не на лестницу, в угол! Да какая разница? Большая, нам еще мы подниматься. Мы все равно все подрываем здесь, тихо! Нам наверх еще подниматься. Сейчас спокойно, Кать. О, сейчас. Он меня спалил. Он меня уже спалил. Кать, давай быстренько. Расставляй. Да, все. Давай. А, подожди. О! Они тут, они тут! Кать, поднимись наверх! Наверх! Наверх, поднимись! Пацаны, идите! Короче, наверх! Я поджигаю, мы с тобой свистываем отсюда на 1, 2, 3, хорошо? Короче, смотри в какую сторону, они уже знают, что мы здесь, они уже подняли бунт. Кать, сматываемся, смотри куда. Назад посмотри! Не туда, а вот туда к тому дереву, вот туда. Вот туда. Какому дереву? Вот туда, большое дерево перед тобой и одно. Давай. Поджигать? Да. Ты уверен? Что ты сделала, я еще даже не поджег. Да, да, я думаю, надо уваливать. Ну, беги давай уже тогда, я поджег. Кать, беги. Что ты делаешь? Кать, что ты делаешь? Это должна была быть тайная миссия, стелс-миссия. Ядрить тебя в перловку, до свидания. Мне нельзя брать на особо важные задания. Тебе в Майнкрафт играть даже нельзя. У нас мало того, что весь ТНТ даже не взорвался. Весь план пошел. Пацаны, я... Это неудачный запуск фейерверка был. Это неудачный фейерверк, пацаны. Да что ж там в этой жизни с этой девушкой все не так, пацаны. Давайте вместе Новый год встретим. Давай. Ой, ёханый бабай, чё тут ямы-то такие? Ты понимаешь, что даже всё ТНТ не взорвалось? Давай обратно за мной. На тебе ТНТ! Пока, пацаны. Все просто на воздух взлетели. А я сейчас еще вот это сарай ваш разрушу до конца прям полностью. Давай поджигай уже быстрее. Вот так. Я меч выкинула свой! Нормально все! Да чё ж ты не взрываешься-то? Пацаны, подождите еще секундочку, сейчас все будет. Ага. Я чё-то не понимаю. Меня сейчас грохнут! У нас что-то. Во! Вот сейчас более-менее все нормально, только там еще 2 ТНТ осталось, так все нормально.
Ты с ума сошел? Па! 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 Спасибо за арбалет. Я закопалась. Катя! Я тебя вижу! Подожди! Открой, 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 открой! Открой! Закрой, 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 закрой! Кать, закрой! Катя, закрой! Катя! Он тут до сих пор! Все, 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 я его убил. Подожди, у нас факел есть. Сейчас я факел поставлю. Вот, вот так. И что нам теперь делать? Это очень хороший вопрос, что нам сейчас делать. Ты понимаешь, что у нас вся жизнь, как я понимаю, все идет не по плану. Прям все. Ну все, давай теперь копать тоннель до дома. Ага. Они же вот там наверху рыкают. У тебя есть какие-то идеи, как нам выбраться отсюда? Ну, у меня не осталось даже ни одного динамита. Я предлагаю... Я предлагаю... крыться. Послушать меня, в первую очередь. Ага, ну давай. Мы сейчас копаемся в ту сторону. Вот примерно на блоков так 20-30. Подожди, хорошая поднимаемся идея. Наверх, и оттуда взлетаем, и просто сваливаем настолько быстрее, насколько это возможно вообще. Хорошая идея, хорошая идея. Кать, следуй за мной, следуй за мной. Они идут над нами? Они за нами идут, тогда глубже. Они нас видят, скорее всего. Катя, выбегай, 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 давай, давай, па! Надо глубже, надо глубже. Я тебе сейчас как глубже сделаю вот это, давай, ну, в смысле, в плане прокопаю туннель. Все, давай, выбегай, потопали. Йоо, ну, пацаны, радуйтесь своей вот этой башне. Ага, пока. Кать, давай, взлетай. Как взлететь? Вот, вот, как? Вот, все. Ух. Ага, взлететь, хорошо, прикольно тебе говорить, взлететь, я не могу. А, ну, кстати, можно же и так изначально. Кать, я уже дома, если что. Да? Да. Неплохо. А можно поинтересоваться, почему у нас посередине моста стоят три ТНТ? Нет. А, ну хорошо, тогда не буду интересоваться, хорошо. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Привет, 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 привет! Здравствуйте, где? О, так, сейчас, подожди, я к тебе подойду тоже. Ну слушай, миссия хоть и пошла не по плану, зато успешно закончилась, а? Знаешь, что мне больше всего понравилось? Ну, ну. Вот это вот передряга под землей, когда он к нам упал, и мы еще закрыли и били непонятно кого. Я тебя, ты меня, разбойник тебя, разбойник себя. Зато как интересно, как интересно. Вот видите, как много всего в Майнкрафте можно сделать. Не просто копать ресурсы и ставить посередине моста зачем-то ТНТ, да, Катя? Ну, мне нравится. Ну шо, моя лысая башка и лысая башка Кати, в следующей серии она будет, кстати, да. Ты куда полетела, а? Я сейчас смогла полететь с места. В предыдущей серии у нас был челлендж с рыбалкой. В этой серии у нас был челлендж с башней разбойников. Кстати, если ты не видел предыдущую серию, я тебе лично для тебя прямо сейчас оставлю здесь подсказочку. Я Катю там... Ну, в этом плане то, что я как бы выиграл в этой, вот. Ну, посмотри, как я там это все сделал, предыдущую серию. А мы тебе с Катей скажем огромное спасибо за просмотр. Ты издеваешься сейчас надо мной? Мы тебе скажем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Я выхожу, пока Катя мне сейчас кое-что не отрезала. Ага, всем удачи и всем до свидания. Пока, Катя. Я тебе сейчас твою лысую башку так отполирую. Не надо мне ничего сюда. Полировать. Не надо иди мне сюда. Не надо иди мне сюда. Не надо полировать. Иди сюда.